Спорт и искусство в одном движении. Так кратко можно охарактеризовать один из самых молодых видов спорта – фитнес-аэробику. С каждым годом она набирает все большую популярность. В нашей республике уже 8-й год проводится региональный чемпионат и первенство по этому зрелищному виду спорта. Около 500 участников соревнований из городов и районов Чувашии собрались в Чебоксарах. В рамках чемпионата здесь проводится спартакиада среди школьников по дисциплинам аэробика, степ и хип-хоп. Яркие выступления спортсменов уже знакомы горожанам по многочисленным флешмобам во время зарядки со звездой. С точки зрения дальнейших подходов, мы со стороны органов власти в нашей государственной приоритетной политике все сделаем для того, чтобы наши вот эти молодые девушки и юноши заняли достойное место. Я абсолютно уверен, хочу даже это подчеркнуть, кто-то из них станет олимпийским чемпионом, кто-то призером, кто-то чемпионом. Самыми младшими участниками соревнований стали малыши детских садов. Для них в декабре состоялся отборочный тур фестиваля «Олимпийские надежды». Но для большинства сцена дворца самбо стала первой. Мне нравится, потому что тут очень много людей и потому что мы боремся за победу. Почему решили именно этим направлением заниматься? Потому что это хорошо и дает здоровье. За кулисами драйва не меньше, чем на сцене. Кто-то оттачивает движение, кто-то растягивается, а кто-то выплескивает бурлящую внутри энергию в зажигательном танце. Мы уверены, что займем, допустим, первое место. Мы очень упорно готовились. Мы очень стараться будем эмоции показывать. Мы будем стремиться к первому месту. У нас очень сильные конкуренты есть, тем более вот в старшей категории. Наши конкуренты, по-моему, выступали уже в таких российских соревнованиях, такого российского уровня, и занимали места. А мы пытаемся на их уровне тоже расти. Фитнес-аэробика сегодня активно развивается не только в городах Чувашии, но и в сельской местности. В спортивных школах республики открыты 4 отделения по данному направлению, где занимается 362 спортсмена. Работают 7 тренеров преподавателей. Мы тренируемся в спортивном комплексе. У нас новый он. 6 лет уже как сделали. У нас зал хороший, отличный, пол, станки, все есть, зеркала большие, огромные. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика.